Ну что ж, всем привет, с вами я опять Агантриус, и это опять новый ролик про топ плейсов в Роблоксе. Ну что, погнали! И да, как я говорил в прошлом ролике, вот в этом ролике тоже не будут Mad City, Jailbreak, какие-то ужасные симуляторы, Phantom Forces, CBRO, Myth City, Murder Mystery и так далее. Так как их и так знают, и их легко найти в топе. И пятое место занимает Place Polyguns. Просто обычный шутер аркада. Куча оружия, куча карт, огромная кастомизация. Правда, тут реально нужен донат, иначе вас буду просто нагибать чуть ли не каждые 10 секунд. Это печально. Ибо тут на месте не стоят, тут надо быть постоянно в движении, так что не стойте на месте, иначе вас убьют. Суть, надеюсь, вы уловили. И на четвертом месте расположился Place Haunted. В чем суть? Рассказываю вкратце. Слэшеру поручен убить до 9 охотников, у которых только есть фонарик в начале. Но однако через 3 минуты охотники, у которых был только фонарик, получают дробовики и столы переворачиваются. Если слэшер убит, охотники побеждают. Если вам удастся за слэшера убить всех охотников, то само собой побеждает слэшер. Логично? Удачи в убийствах. Кстати, забыл. Также вы можете в настройках ставить рандомный скид. Ну, не знаю, наверное, чисто по приколу. Ну и тут есть скины, само собой, куда же без них. Ну а на третьем месте сидит Place The Final Stand 2. Итак, суть проста. Как долго вы сможете прожить, когда на вас наступает куча разнообразных зомби? От классического зомби до мутанта, это же круто. Как и чем вы сможете укрепить свою базу? И когда вы это сделаете, свой окончательный стенд. Ну, теперь вы поняли. Прикольная выживалка, короче. Ну, а также тут еще есть куча оружия и укреплений зомби, как я и сказал. Удачи прожить долго. Максимальный, кстати, мой рекорд в режиме изи. 71-я волна. Это очень много, поверьте. А второе место занимает Place Tiny Tanks. Возьмите под свой контроль крошечный танк и взорвите свой путь через несколько карт и режимов игры в этом хаотичном многопользовательском шутере. Приглашайте друзей, открывайте новые танки и модернизируйте буровые установки в соответствии с вашими потребностями. Как-то так, простенький веселый плейс, позалипать тут на час реально можно. Но я же знаю, что ты пойдешь лучше в какой-нибудь говный симулятор, верно? Ну и первое место. Итак, Place называется Blade of Honor. Blade of Honor — это динамичная военная ролевая игра, в которой вы сражаетесь как рыцарь, викинг или даже самурай. Place вдохновлен игрой Mount the Blade с изюминкой серии Skyrim. Где Skyrim, там и популярность, верно? Верно. Лично Place мне зашел. Крутой графон, крутая механика боев. Короче, годный Place, рекомендую всем. Ну вот и все, всем удачи и снова прощаемся на неделю.